Привет, я Роман Деккерс. Надеюсь, вам понравится это видео. Это история моей жизни. Даймонд Деккерс. Живая легенда. Рамон Бриллиант Деккерс является, возможно, самым лучшим из известных тайских боксеров Запада за все времена. Он родился в Брейде в Голландии, в небольшой общине южнее Амстердама в 1969 году. We came to visit him at his hometown to tell the story of this living legend. Когда мне было 10 лет, я год занимался боксом, и затем Кор Хэмерс, мой тренер, открыл зал в Брейде. Я сходил туда, и то, что я там увидел, мне понравилось больше. Так что я закончил с боксом и начал заниматься кикбоксингом. Грамотный боец с мощными ударами ног и рук. Рамон Деккерс муай-тай был как Мухаммед Али в боксе. Я достиг всего, чего я только мог достичь. Восьмикратный чемпион мира в весе от 60 до 65 килограмм. Думаю, я стал легендой, потому что я дрался с тайцами на их земле, на их стадионах, по их правилам, и побеждал их. Вот почему. В течение 10 лет. Молодой парень из Голландии, они даже не знали, где это. Я дрался по их правилам и побеждал. Вот что делает все это очень особенным. Единственным вариантом победить в Таиланде был нокаутом. Тайцы в те времена отказывались падать, но Кобан упал в первом раунде. Я понимал, что мне нужно постараться его нокаутировать, чтобы точно победить. Тогда не будет никаких обсуждений по поводу того, кто выиграл. В этом можно быть уверенным. Лучший иностранный боец муай-тай. Никто до этого не получал такую награду. Я был первым и, думаю, до сих пор единственным. Мне было 14, когда состоялся мой первый бой. А на последний бой я вышел в 34. Так что я дрался 20 лет. За эти 20 лет у меня было множество травм, особенно правого голеностопа. Вот почему мне пришлось уйти из спорта. Я не знаю, почему я делал это. Мне нравилось драться. Я был бойцом. Думаю, родился бойцом. Если у меня был шанс подраться с кем-то, то я дрался. Даже с травмами. Рамон Деккерс сегодня. С 1983 по 2003 Рамон участвовал почти в 200 боях, 175 из которых он победил, 90 из которых нокаутом. Признанный как лучший боец года в Таиланде в 1992, он запечатлел свое имя в истории. После отставки Рамон открыл свой зал Team Deckers Gym в Брейде. Также он является тренером команды Golden Glory и путешествует семинарами по всему миру. Моя цель – это оставаться в этом спорте, потому что я люблю этот спорт очень сильно. Я хочу сделать как можно больше чемпионов, как только смогу, потому что я надеюсь, что все, кого я тренирую или секундирую в углу, станут чемпионами. Такие бойцы, как Ники Холдскин, очень известный, Эрл Зиммерман, Гохан Саки, Алистер Оверим, Сэмми Шилд, Стефан Лейко. Это люди, которых я тренирую. Они многого добились и сейчас очень известны в K1.
Тренировки такие же, как и по муай-тай. Много работы в клинче, без локтей. Но бойцу приходится принимать правила K1, когда они выступают под их эгидой. С тех пор, как зал Team Deckers Gym открыл свои двери, многие бойцы по всему миру используют свою возможность тренироваться и учиться у лучшего. Стиль боя Деккерса доказал свою эффективность за множество лет. Его стиль повлиял даже на самих тайцев. Совмещая любительские и профессиональные тренировки, муай-тай в Team Deckers Gym стал настоящим стилем жизни. Забавно то, что я тренирую новичков или людей, которые занимаются этим ради удовольствия. И это тоже очень классно. Люди хотят учиться, и когда у тебя получается обучить их чему-то, то остается очень хорошее ощущение после тренировки, и это очень важно для меня. Рамон очень хороший тренер. Он великий боец с именем и титулом. У него есть уникальные комбинации и серии типа лоу-киков. Это то, что мне очень нравится. Он очень приземленный. Это то, что мне в нем нравится. У него великолепный стиль, я его обожаю. Вот почему я тренируюсь здесь, чтобы он научил меня своему стилю боя. Когда мне было 12, я начал ходить на тренировки с отцом, так что... Все, вся тренировка — это удовольствие. Каждая мышца в твоем теле может и должна быть натренирована. Достаточно одного раза в месяц. Серия Diamond Deckers — это спортивный инвентарь, произведенный Root Boys при участии Рамона Деккерса. Идеальная экипировка для тех, кто воспринимает тренировку всерьез. Мне нравится стиль Root Boys. Он отличается от других, и качество на высоком уровне. Особенно мои новые перчатки. Для меня очень важной вещью является наполнение подушки в перчатке, потому что у меня было много травм рук, так что перчатки очень важны. Эти очень эластичные, так что сидят крайне плотно на вашем кулаке. Эта футболка специальная, она вас очень защищает. Рамон Деккерс сегодня так же близок к этому спорту, как и в те дни, когда он занимался своей профессиональной бойцовской карьерой. Преданный своим ученикам, бриллиант из Голландии до сих пор ищет превосходство и совершенство в бою. Но теперь уже в углу ринга. Перевел и озвучил Георгий Мартенов специально для MMABoxing.ru. Присоединяйтесь. Рамон лучший на всем белом свете. Я знаю его с 13 лет. Я тренируюсь где-то 8 лет. И вы можете видеть, как растет его школа.
Так что лучшее, что ты можешь сделать, это тренироваться, учиться направлять свою агрессию, принимать знания и держать все это подальше от улиц. Потому что тренироваться с легендой — это превосходно.